Основной площадкой празднования Дня поселка совхоза имени Ленина стала импровизированная сцена, которую расположили на входе в кафе «Дедушка АУ». Здесь же для гостей и жителей подготовили мастер-класс от кружков и коллективов муниципального центра культуры, игровые станции и фотозону, где каждый мог сделать фото на магните в память о празднике. Восторг, такого масштаба праздника давно не видела. Отличная организация, жители поддержали на все 100%. Дети, взрослые, бабушки, дедушки, все здесь сегодня веселятся от души. Отличный праздник. У филиала муниципального центра культуры была организована игровая программа для самых маленьких. Ее венчало научное шоу, на котором юные зрители могли не только понаблюдать за различными химическими экспериментами, но и принять в них непосредственное участие. Получилось и увлекательно, и познавательно. Детей нужно не только веселить экспериментами, а, конечно, еще рассказывать, что это за вещества. Оксид алюминия превратился в газ водород. Это тоже, естественно, нужно объяснять детям и понимать, о чем это ты говоришь, чтобы как бы дети задали тебе вопрос, спросили, что это такое, и ты смог ответить, конечно, ты же сумасшедший профессор в любом случае, да. То есть детям нужно прививать именно любовь к науке посредством таких вот интересных экспериментов. При участии главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина», компании «Рота-Агро» и общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» на недавно отремонтированной площадке был организован шахматный турнир и турнир по судоку, в которых мог принять участие любой желающий. Самых интеллектуальных ждали призы. Тот, кто быстрее всех разыграет судоку, разгадает, тот получит зонтик, а лучшие шахматисты у нас получат шахматные доски. На муниципальной спортивной площадке прошли веселые старты от молодежного клуба «Орион» и Центра физической культуры и спорта. И победители, и проигравшие также не ушли без наград. Всех ждали сладкие призы. Ребята соревновались в быстроте, силе и ловкости в нескольких спортивных эстафетах. И страсти здесь кипели нешуточные. На центральной сцене вечер начался с танцевально-игрового марафона. Затем перед зрителями выступили профессиональные музыкальные коллективы «Русский колорит» и «Элеганс». Способствовала приподнятому настроению бесплатная раздача сладкой ваты и попкорна. Я вот вижу, сколько людей, сколько детей, и как это воспринимается, какое настроение. А главное, нет негатива. Вот понимаете? И вот это самое главное. Что бы мы ни говорили, о чем бы мы ни спорили, это все за кулисами. А в реальности вот то, что у нас происходит за моей спиной. Вот такой эффектный праздник подарили муниципальные власти местным жителям в честь 103-й годовщины образования поселка совхоза имени Ленина. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.